Однообразные сюрпризы службы быта в виде двукратного повышения цен, видимо, никогда не смогут надоесть горожанам. Но оригинальность в моде и то, что придумали в бане Самал, удивило даже видавших виды. Теперь посещение ее стоит 700 рублей, а про сауну и говорить страшно – около 5000. Альтернатива все же есть. Бани пониже рангом стоят дешевле – 120 рэн. Не стоит мечтать об отдельной ванне, воду в ванное отделение нынче не подают. После мытья и катанья можно смело отправляться в парикмахерскую. В отделе по борьбе с ногтями маникюр без лака, что не возбраняется сделать и мужчинам, обойдется в 1500, с лаком на 250 рублей дороже. В дамском зале обычная химия стоит 3000, супермодная вертикальная – 8. Просто стрижки каре, сессон, каприз оценены в пределах 1000. Средняя цена стрижки мужской головы – 2000, тут же ее за 200 рублей и помоют. Но цену за все это объявят после, и тогда вы не только заткнете уши, но и закроете глаза. Вот, собственно, и все. А теперь народный календарь. Сегодня и завтра дни благоприятные для уплаты долгов. Брюсов календарь указывает также на необходимость остерегаться покупки ручных и диких зверей. Не стоит также переезжать в новое жилище. Впрочем, нам кажется, что абсолютное большинство кустанайцев, нуждающихся в жилье, выполнит этот совет без труда.